на ковер С. Справа хорошо узнаваемый Артур Таймазов. Олимпийский чемпион Афин, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года. Основная, наверное, надежда узбекской сборной. И я себе представляю, каким может получиться финал, если таковое произойдет. Бахтияр Ахмедов, Артур Таймазов. Вот пока я это говорил, Таймазов перевел своего соперника в партер, получил еще одно выигрышное очко, еще один выигрышный балл, поднимает рефери соперников в стойку. Алиев у себя на родине, в Баку, где сейчас он живет. Вообще он родился в Махачкале. Алиев родился в Махачкале, но сейчас представляет Азербайджан и живет в Баку. Так вот, в Баку на чемпионате мира 2007 года он был третьим. Ну а то, что касается... был девятым, а то, что касается Таймазова, он-то как раз и был третьим на этом первенстве планеты 2007 года. Вот если говорить о том, где основное время тренировок, тренировочное время проводит Артур Таймазов, насколько я знаю, в центре спортивной борьбы, который организовал во Владикавказе Арсен Фадзаев. По крайней мере, там я его наблюдал, борющимся в общей группе, тренирующимся в общей группе весьма и весьма активно. Ну, где тренироваться — это одно, а какую страну представлять — это другое. Если мы вспомним, что его брат — олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, представлявший Украину, то вопросов, наверное, оставшихся без ответов будет еще больше. Да, не справляется явно Али Исаев со своим соперником. Ну, конечно, Таймазов опытнее, он и старше своего соперника на 4 года. И вот сейчас какой великолепный прием провел Артур Таймазов. Заработал сразу 3 балла. Небольшая пауза здесь, по-моему, требуется просмотр, потому что сначала показал арбитр 3 балла, потом показал еще один балл. Вот сейчас посоветуются арбитры. Ну вот, давайте посмотрим. Хороший проход в ноги, потом посадка. А, вот за это, наверное, за выход на спину после вот этого трехочкового броска. Оценивать или не оценивать это действие. Ну вот видите, какое было принято решение. Соломонова, я бы сказал. 4 балла получил Артур Таймазов за эту атаку. И за контрдействие Али Исаев заработал 2 балла. Ну, не знаю, насколько этих 2 баллов ему хватит, чтобы одержать победу. По крайней мере, хоть что-то. Но заметно активизировался сейчас Исаев. Все видел, все держал под контролем Артур Таймазов. Нет, вырвался из этих исполинских объятий Исаев. И вот, пожалуйста, еще один балл. А если сейчас ему удастся еще одно действие провести, я имею в виду, ну что из этой ситуации, переворот накатом, но попробуй вот такое гигантское тело перевернуть. 4-3, 10.
Да, будет уходить, наверное, сейчас Таймазов от борьбы. Ну, конечно, так оно и есть. Выигрывает он в непростой очень схватке против Али Исаева. Ну и сейчас арбитр подтверждает вот этой поднятой вверх своей правой и левой рукой Таймазова, кто же победил. Олимпийский чемпион двигается дальше по турнирной сетке.